Исламский банк развития профинансирует водохозяйственные проекты в Казахстане. Первые транши ожидаются уже в этом году. Об этом стало известно на встрече министра национальной экономики и президента группы ИБР. Глава ведомства Нурлан Байбазаров находится с рабочим визитом в Саудовской Аравии. Там проходит ежегодное заседание Исламского банка развития. Отмечу, при участии банка в нашей стране уже реализовали 67 проектов на общую сумму 1,8 млрд долларов.